Вторая игра четвертого сезона московского областного проекта «Театральный поединок» прошла на минувшей неделе в Реутовской средней школе номер 10. В остроумии и артистичности соревновались ребята из Люберецкой театральной студии «Образ» и хозяева сцены из театральной мастерской «Слово». Донесите врачу! Врача, любой! У нас тут нет врачей! Нет врачей в театре! Нет врачей! Вы будьте врачом, тут отнесите! Я уборщица! Актерская импровизация как высшая форма творческого процесса. Игры проходят в формате, который организаторы называют импровизационный баттл. Сценарий и сюжет мини-сценок рождаются непосредственно на сцене, а идею для отыгрыша подают зрители или члены жюри. Похоже на лягушек. Из-за них у нас в животе урчит. Им нужно одновременно быть и автором сценария, тут же режиссером, тут же актером, моментально все исполнить, а мы еще должны оценить, как этот сценический этюд соответствует тем самым канонам, которые существуют. То есть у них столько задач, я не представляю, как они это делают. Конкурсная программа проекта состоит из 16 поединков, которые проходят по олимпийской системе. Проигравшая игру команда выбывает из соревновательного процесса, но остается в программе образовательной. Ведь театральный поединок — это не только выступление на сцене, но и практические тренинги и мастер-классы. И, конечно, общение и дружба. Здесь можно оторваться, здесь можно повеселиться. И здесь можно поиграть с командой и понять, что такое командный дух. На сцене живешь, на сцене заряжаешься, заряжаешься от этих прекрасных людей, знакомишься и развиваешься. По итогам напряженной творческой схватки в следующий раунд конкурса прошли ребята из Люберецкой театральной студии «Образ». Но кажется, это тот самый случай, когда удовольствие от процесса рождает не меньше эмоций, чем победа в каждой конкретной игре. Евгений Сафаров, Сергей Сомов, телеканал ТВ «Реутов».